знал одного человека. Он спекся, упав на бетонный бордюр головой. Мы в детстве ходили с ним в секцию бокса. После с ним что-то случилось такое. Он голову выбрил и черные джинсы закатывал выше ботинок армейских. И прутер моторы под курткой как принцип, как аргумент самый жесткий и веский. Он в целое верил, ломая на части все то, что казалось мутнее и меньше. Когда его мама спросила, зачем же, он ей отвечал: мать, для счастья, для счастья. Для счастья, я, для счастья, я, для счастья, я. Я знал одного молодого поэта, он рано женился, влюбившись поспешно, и жизнь его яркое крымское лето с женой стало адом, адом кромешным. Он вышел из дома, как будто за пивом, и долго бежал, что есть силы, есть силы. Может быть, он красиво, поскольку жена ж его ж очень любила. Он мчался на транспорте всяческой масти, китайской границы, к поселку Чоу-Ченджу, стрелявший в него пограничник. Зачем же, спросил, он ответил: для счастья, для счастья, я, для счастья, я, для счастья, я, для счастья, я, для счастья, я. Строчки, гоняя по вене гоняя не белую гадость, а белую правду, хотя бы мгновенья. Хоть ни камень, ни мысли мозлится, не видя церквей, не зная причастия. Зачем же с утра захотелось молиться этот страх? Для счастья, я, для счастья, я, для счастья, я, для счастья, я. И раз, два, для счастья, я, для счастья.